Всем огромный привет! Сегодня будут небольшие покупки из гипермаркета «Ашан». Ну, люблю я этот магазин, иной раз заезжаем. В этот раз я туда поехала, потому что мне на работе посоветовали, что там есть мои любимые хлебцы по скидкам. Поэтому я купила сегодня их очень много. Все вам расскажу, покажу. Начать хочу с молока. Вот такое 1,5% молоко на этот раз взяла. Две упаковки по 51 рублю. Еще из молочки взяла свои любимые молочные желе. Вот такие, два с клубникой и два просто с ванилью. Стоят они до 30 рублей, недорого, бюджетно и очень-очень они вкусные. Нравится мне их на завтрак. Сейчас скажу точно по цене. Клубничная по 23 рубля и ванильная тоже по 23 рубля. Когда бываю в Ашане, всегда стараюсь брать, но не часто. Взяла в этот раз попробовать вот такой творог, 150 грамм, лакомо, взяла 5% и 9%. Творог мягкий, очень нравится есть его на завтрак, просто моего творога не было. Буду пробовать этот, творог достаточно бюджетный, 29 рублей всего. За 79 рублей взяла вот такую тушеную говядину, очень хочется открыть, посмотреть, что же в ней такое. Она недорогая, была по скидке, состав мне очень понравился, состав вообще бесподобный. Посмотрите, говядина, жир говяжий, лук, соль, перец, черный лавровый лист. Обязательно, возможно, откроем вместе с вами, хочу сделать макарон по-флотски или что-нибудь с картошкой, и посмотрим, что же у нас может быть вот в такой говядине тушеной. Даже интересно, я думаю, вам тоже будет очень интересно. Немножко еще взяли кошки, взяла вот такой феликс, этот феликс ее любимый, особенно с курицей и кроликом, по 17 рублей. Также кошки взяли еще вот такой распутывающий шампунь по 52 рубля, обязательно в выходные ее помоем, распутывает шерсть, избавляет от колтунов, защищает, придает блеск и шелковистость шерсти. Взяли вот такой шампунь. В принципе, в Ашане, в нашем шампуне был невеликий выбор. Либо такой, либо еще дешевле. Поэтому попробуем такой. Витамины тоже для кошки взяли. Стараемся, она у нас все же длинношерстная. Стараемся покупать ей витамины. Очень часто даем. Здесь именно для шерсти. Попробуем. Витамины были, ну, тоже не дешевые. Где-то в районе 70, даже 80 рублей. Сейчас скажу точно. Да, 72 рубля будем давать. Единственное, тут не написано, сколько штук. Написано, что 50 грамм. Ну, это вот такая баночка. Сейчас вам покажу. С фитокомплексом. Очень хороший состав. Я тоже почитала состав. Прямо сейчас открою, вам покажу, как выглядят эти витамины. И вот так вот они выглядят, как обычные таблетки. Имеют такой специфический, конечно, запах, но кошка у нас очень любит. Себе опять взяла творожную массу. Вот такая московская творожная масса с изюмом стоит 43 рубля. И такая с курагой стоит 55 рублей. Недорого, беру, мажу на гренку. Очень вкусно, особенно с утра на гренке. Съела и, как говорится, пошла на работу. Пью чай, потому что сейчас без сахара, и меня эта масса очень выручает. Конечно, тоже не час. Куриные крылышки взяла за 138 рублей. 138 рублей стоит килограмм. И здесь вот у меня килограмм таких куриных крылышек. Хочу что-нибудь придумать. Сделать куриные крылышки в духовке. За 42 рубля взяли вот такую картошку с грибами. Что-то очень просто захотелось. Это обычная картошка с опятами. Иной раз берем, жарю. Очень вкусная. За 76 рублей для себя любимой взяла вот такие резанные грибы, быстро замороженные шиитаки. Вот такие. Не знаю, как они выглядят. Ни разу не брала, но очень много о них слышала. Здесь, конечно, 300 грамм. Но они растают и будет, наверное, грамм 50. Очень хочу сделать себе удон, лапшу удон. Вот с такими грибами шиитаки. Обязательно вам покажу. Будем даже, возможно, делать. И тут вот даже есть курица в соевом соусе с грибами шиитаки. Также за 54 рубля вот такая классная цветная капуста. Очень она мне понравилась. Постоянно, когда бываю в Ашане, беру ее и еще раз беру. Очень вкусная. Прям кидаю на сковородку, добавляю немножко водички. Тушу ее недолго и кушаю. Это очень быстрый ужин. И очень вкусно и полезно.
За 42 рубля взяла вот такую ряженку. Ряженку взяла на ужин. Сегодня не планирую ничего есть, но очень хочется выпить ряженку. Вчера тоже брала себе кефир, выпила кефир. Очень вкусно. Сегодня вот на ужин буду пить такую ряженку. Ряженка недорогая и ничем не уступает более дорогим. 42 рубля литр, я считаю, это очень даже нормально. Поэтому сегодня у меня на ужин вот такая красивая ряженка. И, конечно же, то, зачем я ездила, это вот эти хлебцы. На хлебцы в Ашане сейчас просто безумная акция. Я набрала очень-очень много. Сейчас вам все покажу, все расскажу. Посмотрите, сколько я взяла. Просто огроменное количество. Так, взяла клюквенные, вот такие. Все стоят в пределах до 40 рублей. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но цены на хлебцы разные. Какие-то стоят по 31 рублю. Вот яблоко, корица и вот эти вот имбирь-лимон, они вообще по 31 рублю. Клюквенные вроде были по 34 с чем-то были. Злаковый вот такой коктейль по 38, в общем, не дороже 40 рублей. Так что, кто обожает эти хлебцы, бегите в Ашан. И какие я взяла? Сейчас вам покажу более подробно свои любимые. В общем, я довольна, потому что беру их с собой на работу. Они меня очень выручают. Взяла вот такие вот имбирь-лимон, кукурузно-рисовые хлебцы. Очень мне они нравятся. Немножко они такие терпкие и очень-очень вкусные. Дальше взяла одну упаковку вот таких карамельных кукурузно-рисовые. Жалко, мне нигде не попадаются медовые. Я бы очень хотела попробовать еще медовые. Взяла вот такие свои любимые яблоко-корица, аж две упаковки. Один раз когда-то давно я такие попробовала, потом нигде не видела. В этот раз в Ашане прямо их было очень много, все брали, поэтому взяла две упаковки. Дальше взяла одну упаковку вот таких хлебцев злаковых черничных. Так, взяла вот такой, первый раз буду пробовать с витаминами и минералами. Гречневые я уже пробовала. И, конечно же, взяла свои любимые клюквенные. Так что в этот раз я оторвалась по хлебцам просто капитально тогда. Но я за ними и ездила. На этом... А, еще купила... Не знаю, показала вам, не показала, не помню, но покажу. Вот такие маффины. Как вы можете знать, маффины в Макдональдсе очень дорого стоят. А в Ашане они по 29 рублей. Не устояла и взяла шоколадный запах, просто обалденный. Это настоящие кексики. Такой вот черно-смородиновый. И, конечно же, вот это, наверное, то ли клюквенный, то ли вишневый. Я даже не знаю. Все по 29 рублей. Вот такие красивые. Но, конечно, в Макдональдсе гораздо-гораздо дороже. Все вкусненькое. Кто меня смотрел, спасибо огромное. Это на этом все мои покупки. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. И нажимайте на колокольчик. Всем огромное спасибо. До свидания и пока.